говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Дарья Гзюнова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Работа налажена. Михаил Развожаев и депутаты Севастополя нашли общий язык и приняли первые решения. Под зданием Заксобрания продолжаются одиночные пикеты несогласных с решением Севизбиркома отказать в регистрации кандидатам на выборы в городской парламент. Благотворительный фонд историко-культурного развития города 35-я береговая батарея продолжит реконструкцию Матросского бульвара. Строительство школы Коллегиума на проспекте Античный завершено на 92%. Подрядчик обещает закончить работы до 1 сентября, но День знаний не наступит. Владимир Путин попросил контролировать уровень тарифов на вывоз мусора и коммунальные услуги руководителей Федеральной антимонопольной службы России. Президент выслушал доклад Игоря Артемьева в понедельник. Напомним, 20 июня в ходе прямой линии с Владимиром Путиным житель Омска Роман Дмитриев пожаловался, что с началом мусорной реформы в регионе ему стали приходить квитанции с большой суммой для оплаты. Тогда разобраться с ситуацией Путин поручил ФАС. С результатов расследования президент и попросил Игоря Артемьева начать доклад. По словам Артемьева, проблема повышения тарифов муниципальными образованиями и регионами связана с дырками в законодательстве, разработанными в 90-е, которые позволяли им, не нарушая закон, превышать установленные правительством индексы. По вашему поручению, поручению председателя правительства, эти дырки закрыты в настоящее время. В ЖКХ вышло постановление правительства, которое запрещает действовать выше, чем установлено правительством, а закон об электроэнергетике, поправки в него, приняты Государственной Думой. В тех случаях, когда тариф будет ниже экономического обоснованного и нужно будет повышать несколько выше инфляции тарифа, для этого потребуется согласие Федеральной антимонопольной службы, и мы будем нести перед вами полную ответственность за нашу деятельность. Та история, которая продолжалась 20 лет, в связи с теми законами, которые еще восходят в начало 90-х годов, она завершена. Ну, не совсем. Если бы была завершена, тогда люди бы не жаловались на прямую линию на это. Игорь Артемьев сообщил президенту, что конкретно в Омске, откуда была жалоба, местное правительство необоснованно повысило тариф на вывоз мусора в 2 раза. ФАС выдал предписание немедленно отменить такое решение. Антимонопольная служба, по словам ее руководителя, сейчас держит ситуацию с тарифами на контроле по всей стране. Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, они не расходились с сутью тех решений, которые принимают, и чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни. Мы будем очень стараться и будем перед вами отвечать. Хорошо. На ремонт Севастопольской инфекционной больницы выделили 60 миллионов рублей. Такое решение было принято на пленарном заседании городского парламента. Депутаты одобрили идею временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Развожаева не сносить старый корпус инфекционной больницы, а отремонтировать его. По словам главы города, новое учреждение построят через 4 года в медицинском городке. Михаил Развожаев считает проект строительства новой инфекционки на месте снесенной старой, небезопасной и нецелесообразной. Целесообразный затей. Какие еще важные для Севастополя решения приняты на заседании городского парламента, куда впервые за последнее время явился первый чиновник города, смотрите далее. Конструктивный диалог исполнительной и законодательной властей города, вероятно, начинает налаживаться. В пленарном заседании 10-й сессии Законодательного собрания Севастополя принял участие временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев. Он сообщил депутатам, что будет лично участвовать в сессиях и комментировать предложения правительства. Также глава города отметил, что представители всех управлений и департаментов будут плотно взаимодействовать с депутатами. По словам Развожаева, городским властям сейчас необходимо сосредоточиться на исполнении федеральной целевой программы и национальных проектов, чтобы оправдывать доверие центра. Михаил Развожаев выступил перед депутатами с конкретным и очень четким предложением по инфекционной больнице. Главное, о чем я сегодня попросил депутатов законодательного собрания, это, соответственно, о том, чтобы 60 миллионов, которые мы планировали в первом чтении, на начало приобретения модульного
значит, корпуса для перенесения инфекционной больницы, чтобы эти деньги скорректировать и передать их в департамент здравоохранения для выполнения текущего ремонта и приобретения дополнительных единиц оборудования в действующую инфекционную больницу. Эту тему Михаил Развожаев поднял еще накануне во время визита в Севастополь премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Строить новую инфекционную больницу на месте действующей – рискованный проект, который ставит под вопрос эпидемиологическую обстановку в городе, считает глава региона. Подходящее для комплекса место уже есть – на Фиолентовском шоссе рядом с онкологическим диспансером и больницей скорой медицинской помощи. Сроки строительства инфекционки сместятся на год, плюс 2,5 на строительство. Через 4 года город получит новый корпус долгожданного медицинского объекта. Это решение имеет большие преференции для города, потому что, еще раз обращаем внимание, сохраняется на той площадке, где уже много десятилетий работает инфекционная больница. И те средства, которые мы сейчас, я надеюсь, технически решим, и будут отданы департаменту здравоохранения для ремонта и приобретения необходимого оборудования медицинского новейшего, позволит ей работать, нашей инфекционной больнице, в нормальном совершенно режиме. Идею построить инфекционный модуль в Балаклаве возле 9-й горбольницы Михаил Развожаев назвал опасной для города авантюрой. Он также отметил, что перенос сроков и увеличение стоимости проекта – жертвы, на которые стоит пойти ради сохранения коллектива и качества медицинского обслуживания на время строительства. Правительство внесло поправки в бюджет, чтобы сделать косметический ремонт в старом корпусе инфекционной больницы и купить аппарат детского гемодиализа. Также Михаил Развожаев попросил депутатов профинансировать государственный севастопольский телеканал. Он отметил, что 30 миллионов рублей нужны на текущее функционирование и зарплаты сотрудникам. Сейчас их нечем платить. Глава города рассказал, что вскоре СТВ ждут кадровые решения и изменения повестки. Это не губернаторский канал, это государственное телевидение города Севастополя, общая площадка для всех ветвей власти. И соответствующий наблюдательный совет в ближайшее время будет переформатирован, и мы там будем, соответственно, обсуждать те стратегические вопросы информационной политики в интересах всего города и с позиций разных, потому что в дискуссии, как известно, рождается истина. Пленарное заседание городского парламента прервали на перерыв. В это время состоялось заседание бюджетной комиссии. По ее окончанию депутат законодательного собрания Вячеслав Аксенов сообщил, что работа над внесением изменений в бюджет города оказалась весьма продуктивной. В частности, речь шла о перераспределении средств на ремонт вышедшего из строя медицинского оборудования, на привлечение недостающих в городе медицинских специалистов, на ликвидацию последствий ливня в севастопольских школах и многое другое. Мы рекомендовали направить высвобождающиеся средства на дополнительное финансирование Севастопольского морского порта, который находится в очень затруднительном состоянии, и дополнительное финансирование 14-й школы на приобретение специализированного оборудования. Эти поправки также правительством были учтены и включены в состав собственных поправок. Парламентарии поддержали документ. За 19, против, нет, воздержался один депутат, голосовало 20 депутатов. Вопрос решения принято. Коллеги, я хотел просто поблагодарить за конструктивное взаимодействие и за принятие сегодня бюджета во втором чтении. Также депутаты рассмотрели проект постановления о поддержке инициативы строительства новой инфекционной больницы. Председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов заявил, что с осторожностью относятся к этому документу. Около противотуберкулезного диспансера около 50 лет тому назад были сделаны посадки пессунской сосны. Это было сделано для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование диспансера. И высказывались опасения о том, что строительство медицинских учреждений на территории, прилегающей к этому диспансеру, повлечет за собой массовую вырубку этих деревьев. Напомню, что пессунская сосна внесена в Красную книгу. И хотелось бы понимать последствия того, что мы вокруг этой территории образуем медицинский кластер с точки зрения вырубки зеленых насаждений и нормального функционирования диспансера. Михаил Развожаев заверил депутатов, что если возникнет необходимость, то будут произведены компенсационные посадки, а потеря зеленых насаждений будет минимизирована. Глава города подчеркнул, будущий больничный городок должен утопать в зелени.
На пленарном заседании 10-й сессии законодательного собрания рассмотрели больше 20 вопросов. Депутаты отметили, что работа была продуктивной. Диалог между правительством и парламентом налажен. Поправки в бюджет города приняты во втором чтении. Марина Иванова, Дмитрий Фомин, Севинформбюро. Еще одна новость, достаточно долгожданная для Севастополя. В городе наконец-то появится лаборатория судебно-медицинской экспертизы. Эксперты крымского филиала Главгосэкспертизы России провели оценку материалов обоснования инвестиций по проекту строительства типового административно-лабораторного корпуса бюро судмедэкспертизы. Четырехэтажный корпус и локальные очистные сооружения будут построены в районе Фелентовского шоссе. В здании разместят кабинеты врачей судмедэкспертов, отдел экспертизы доказательств, включая судебно-гистологическую, судебно-биологическую, судебно-химическую, медико-криминалистическую и идентификационную, а также молекулярно-генетическую лаборатории. Планируется, что производительность лаборатории составит 19 800 экспертиз в год. Финансирование строительства предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета. Благотворительный фонд историко-культурного развития города 35-я береговая батарея продолжит реконструкцию Матросского бульвара. Готовится к подписанию мирового соглашения с правительством Севастополя. Об этом представители фонда и исполнительные власти города заявили в 21-м арбитражном апелляционном суде Севастополя. На заседании присутствовала и наша съемочная группа. Первым о мировом соглашении коллегии судей заявил представитель правительства города Сергей Борзов. Он попросил дать месяц для подготовки документа. Посовещавшись, суд определил удовлетворить ходатайство. Судебное заседание мы отложим. Сейчас с вами согласуем дату. Мировое соглашение будет представлено 21-му арбитражному апелляционному суду 10 сентября. Документ подпишет правительство Севастополя, благотворительный фонд историко-культурного развития города, 35-я береговая батарея, бюджетное учреждение «Парки и скверы», общество с ограниченной ответственностью «Акра» и охранное предприятие «Рубеж». Проекты мировых соглашений уже сторонами рассматривались. И сейчас некоторые нюансы по срокам, по датам уточняются, и к следующему заседанию мы уже будем представлять подписанное всеми сторонами мировое соглашение для утверждения его апелляционным арбитражным судом. Пока все хорошо. Мы рады, мы довольны. Не скрывают радости общественники и жители Севастополя. Те, кто встал на защиту Матросского бульвара зимой этого года. Они не пропустили ни одного судебного заседания. И сегодня говорят, что к мировому соглашению удалось прийти благодаря новому руководителю города Михаилу Развожаеву. Ему огромное спасибо, потому что, как сказали сегодня девочки, обезглавили гидру и лед тронулся. Вот. Гидра ушла, а пришел такой с размышлением умный, толковый губернатор. Начало у него прекрасное. Мы очень благодарны ему за то, что он очень хорошо начал. И начал с народом, и думать о людях. Да. Потому что при Овсянникове никакого бы мирового соглашения не было бы. Не было Мы бы, в этом да. уверены. Поэтому огромное ему наше человеческое спасибо. И аплодисменты наши. Да! Развожаю, ура! Спасибо! Стоит отметить, что о проблеме с Матросским бульваром Михаил Развожаев знал еще когда возглавлял исполком Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент Владимир Путин. В декабре штаб ОНФ сделал серьезное заявление, которое проигнорировало правительство Овсянникова. Местные власти вместо того, чтобы всячески помогать благотворителям и меценатам, желающим преображать наши города, препятствуют их работе. После таких примеров у неравнодушных и инициативных людей опускаются руки. Власти Севастополя получили прекрасную возможность сэкономить государственные средства, которые можно направить на благоустройство других важных для людей объектов. Однако по каким-то непонятным и больше надуманным причинам они не хотят этим воспользоваться. Это яркий пример того, как делать нельзя. Реконструкция Матросского бульвара благотворительным фондом 35-я береговая батарея – пример любви к Севастополю и бережного отношения к его истории. К работе привлечены лучшие архитекторы, скульпторы, строители со всей России. Задача – реконструировать первый бульвар в классических традициях города, собрав в единый ансамбль объекты, которые по тем или иным причинам были утрачены. Это летний кинотеатр, танцплощадка, беседка в мавританском стиле, фонтан со скульптурой мальчика с корабликом. Вход на бульвар будут охранять мраморные львы, точные копии стражи Графской пристани, которые воссоздает московский скульптор Виктор Королев. Уже выполнен большой объем работ, заменены аварийные теплосети, проложенные под бульваром в 50-х годах прошлого века.
проложен новый газопровод, питающий вечный огонь у мемориала героическим защитникам Севастополя. Возведены подпорные стены. Старые в любой момент могли обрушиться на здание правительства. Об этом говорится в заключении экспертов государственного бюджетного учреждения «Экологический центр». И во все эти дорогостоящие работы правительство Овсянникова не вкладывало ни копейки. По мнению адвоката фонда «35-я береговая батарея», дело по Матросскому бульвару можно назвать уникальным в мировой судебной практике, и оно подходит к концу. Позади бессонные ночи защитников Матросского бульвара, патриотов Севастополя, не давших городскому правительству перекрыть подъезды к бульвару бетонными блоками. А еще свыше 10 тысяч горожан оставили свои подписи под обращением к президенту России. Они просили, чтобы реконструкцию Матросского бульвара завершил благотворительный фонд «35-я береговая батарея». Длительное противостояние между властью и городом закончилось. Севастопольцы ждут, когда эти ворота откроются, и туда вернется строительная техника. И благотворительный фонд «35-я береговая батарея» продолжит реконструкцию первого бульвара Севастополя. И это будет подарок, достойный этого города. Потомству в пример. Маргарита Пронина, Денис Александрович, Севинформбюро. Депутаты Законодательной думы Томской области посетили музейный историко-мемориальный комплекс 35-я береговая батарея. Они ознакомились с историей создания комплекса и героическим подвигом защитников Севастополя. Напомним, 27 июля в рамках официального визита парламентарии заключили с Законодательным собранием Севастополя соглашение о сотрудничестве. Укрепление исторической связи двух регионов, как сообщила председатель Томской областной думы Оксана Козловская, станет одним из основных направлений совместной работы. Я считаю, что вот этот комплекс, который был создан Алексеем Михайловичем Чаловым, Екатериной Борисовной, Валерием Ивановичем, это подвиг. Подвиг во имя тех людей, которые здесь потеряли свои жизни, и во имя нас, нашего будущего, наших детей, внуков, правнуков. Люди должны знать правду о своей истории. По словам Оксаны Козловской, хотя регионы разделяют почти 4000 километров, Севастополь и Томск уже имеют насыщенную совместную историю. Например, в Крымскую войну в защите Севастополя принимал Томский императорский полк. Кроме того, томичи, как и жители многих других регионов, принимали участие в обороне и освобождении Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Нам известны три фамилии. Один герой Советского Союза, два полных кавалера Ордена Славы, которые сражались и получили эти награды как раз за освобождение, за эти тяжелые бои, которые шли в Севастополе. С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров, сообщают «Известия». Перерасчет выплат будет проводиться автоматически, никаких заявлений для этого подавать не потребуется. Однако претендовать на изменение размеров выплат смогут только те граждане пенсионного возраста, чьи работодатели в 2018 году выплачивали за них пенсионные и страховые взносы, уточняют в Пенсионном фонде. Пенсии тем, кто продолжил работать после достижения пенсионного возраста с 2015 года, рассчитываются по новой формуле, основанной на пенсионных баллах. В Пенсионном фонде уже предупредили, что в августе 2019 года выплаты увеличатся не больше, чем на 3 пенсионных балла. Учитывая, что 1 балл равен 81 рублю 49 копейкам, максимальная прибавка составит 244 рубля 47 копеек. В Пенсионном фонде России уточняют, что количество работающих пенсионеров в стране сокращается. По данным Росстата, на 2019 год к этой группе относятся 9 миллионов 880 тысяч человек, в то время как на 1 января 2016 года их было более 15 миллионов. В свою очередь, отделение Пенсионного фонда России по Севастополю информирует, выплата пенсии через банки будет производиться 5 августа в понедельник в связи с тем, что 4 августа выпадает на выходной день – воскресенье. В этом году в Севастополе завершится строительство общеобразовательных школ на проспекте Античном и в Казачьей бухте. Но для будущих учеников школы коллегиума на проспекте Античный новый учебный год не начнется вовремя. Строительство объекта завершено на 92%, а открытие запланировано на конец года. –
Запах краски, голые стены и торчащие провода. Строительство школы-коллегиума на Античном идет полным ходом. Подрядчик уверяет, что остались только отделочные работы. Их планируют завершить в конце августа. Тем не менее, 1 сентября здесь не прозвучит торжественный звонок для севастопольских первоклашек. Возможно, учеба в новых стенах начнется только в конце 2019 года. Дети не пойдут в школу, поскольку департаменту образования надо будет получить еще лицензию на эту школу и все необходимые регламентные документы, которые позволят детям прийти. Школа-коллегиум будет готовить старшеклассников по политехническому и инженерному направлениям. Здесь будет учиться 720 детей. В августе власти Севастополя планируют установить специальное оборудование в лабораторных классах. Обучение будет доступно для маломобильных детей. Здание оснастят пандусами и лифтами. Для комфорта обучающихся вместо обычного линолеума в коридорах уложили полимерные полы. Такое покрытие идеально ровное и максимально безопасное. В этой школе будет 2 спортивных зала, большая столовая, 2 библиотеки, обычная и электронная, а также тир, в котором ученики смогут отрабатывать навыки стрельбы. Тир будет в цокольном этаже, пока там нет оборудования. А вот в спортивном зале уже подготовлены стены и висит табло. Актовый зал тоже не готов. Здесь строители только приступили к отделке, и не похоже, что дети скоро смогут танцевать на будущей сцене. В июле подрядчик приступил к благоустройству территории возле школы. Начать эту работу ранее строители не успевали. В связи с тем, что площадка у нас тесная, много инженерных сетей, работы по устройству благоустройства и посадок были задержки. Сейчас количеством людей, проблемным графиком работы, до 1 сентября эти работы тоже завершу. Подъехать к школе пока можно только по грунтовке. Асфальт еще не уложили. Но на детской площадке идут активные работы по благоустройству. На строительство школы-коллегиума из бюджета города потрачено почти 850 миллионов рублей. Рядом возводится общеобразовательная школа, которую также планируют открыть в конце года. Маргарита Чернуха, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Гости и жители Севастополя смогут бесплатно посетить достопримечательности полуострова и сэкономить на проезде в общественном транспорте. С 1 августа карта гостя Крыма и Севастополя расширит спектр услуг и объединится с единой городской. Бесплатному посещению 65 достопримечательностей полуострова и скидки в 50% в отелях, ресторанах и экскурсионных бюро добавится льготный безналичный тариф в общественном, наземном и морском транспорте Севастополя. Идея объединения пакетов услуг впервые прозвучала полгода назад на общественно-деловом экспертном совете при приоритетном проекте «Умный город». Хотелось бы отметить, что оба проекта абсолютно реализованы на частные деньги без привлечения государственных средств. Да? То есть это две инициативы, которые реализованы нашими предпринимателями. И в рамках общественно-делового совета был проработан вопрос объединения или возможности объединения услуг, предоставляемых в рамках проекта «Единой городской карты» и в рамках проекта по карте гостя Крыма и Севастополя. Новая опция позволит туристам сэкономить, а жителям города-героя посетить экскурсионные объекты Крымского полуострова, сэкономив до 50% расходов. Картой ЕГКС можно оплатить проезд на городском, наземном и морском транспорте со скидкой. На каждом билете, в зависимости от его стоимости, экономия идет до 30%. Точно так же автобусы, маршрутные такси по заданным направлениям, паром, что немаловажно, и катер. Дело в том, что мы буквально сейчас завершаем переговоры с возможным партнером нашего проекта для предоставления скидок в общественном транспорте Крыма. Потому что на сегодняшний день у нас есть только скидки в такси или, например, «Комета». Севастополь-Ялта, Ялта-Севастополь. А вот сейчас, я думаю, что следующим этапом как раз будет это объединение усилий в создании вот льготного тарифа проезда и в общественном транспорте. Севастополь здесь лидирует. Проект «Карта гостя Крыма и Севастополя» стартовал летом 2017 года при поддержке Ростуризма, правительства Севастополя и Министерства курортов и туризма Республики Крым. За это время воспользоваться услугой карты успели многие жители города.
Мы эту карту приобрели в мае, на майские праздники. Мы показали Крым и Севастополь нашим гостям. Я поняла, что это интересно, что стоит попробовать. И, в общем, получилось очень даже хорошо все организовано. Мы нигде не ждали, экскурсии были сразу. Вот. Ну и плюс экономия тоже. Умное будущее для Севастополя. Инженеры и ученые создают цифрового двойника, виртуальную копию всех физических объектов города. Информационная система облегчит жизнь севастопольцев, уверяют разработчики. Когда решать волнующие проблемы можно будет нажатием одной кнопки на компьютере и как цифровой двойник поможет городу развиваться, 30 июля обсудили эксперты общественно-делового совета приоритетного проекта «Умный город» в Севастопольском государственном университете. Цифровой двойник – это виртуальное представление физического объекта. Создать базу данных всех жилых домов, земельных участков, дорог, бизнес-центров, государственных учреждений, мостов, портов, системы связи и снабжения для городов численностью более 100 тысяч человек предложили в Минстрой России в декабре 2018 года. С подачи федеральных органов власти идею цифрового двойника поддержали в Севастополе. Сегодня ситуация сложилась не только по Севастополю, но и в целом по стране таким образом, что каждый орган, скажем, исполнительной власти, он разрабатывает свою информационную систему для управления, значит, данными объектами, которые за ним закреплены. И теперь представьте себе, что у каждого своя информационная система, и данные об одном и том же многоквартирном доме в каждой из систем разные. Цифровой двойник поможет преодолеть информационную раздробленность управления городом. Сведения из разных баз данных объединят и дополнят. Это комплексный проект, который будут внедрять поэтапно. Сформировать каталог, единую городскую базу данных объектов Севастополя, планируют к концу 2020 года. Следующий шаг – создание между объектами сетей связи и обмена информацией, как в живом городе. Данные могут поступать, например, от камер наблюдения и датчиков температуры. Единая городская база данных объектов как раз она позволит консолидировать все данные об объекте в одном месте и с разграниченными правами доступа. Если говорить с точки зрения интереса жителя Севастополя, то, ну, как бы создав вот такую базу данных, следующие шаги – это планируется уже привлекать жителей, ну, более активное участие принимать в перспективах утверждения, в обсуждении, утверждении перспективных планов развития города. Часть данных будет открыта для общего доступа. Севастопольцы смогут пользоваться информацией о генеральном плане, правилах землепользования, капитальном строительстве и городском хозяйстве. И если обнаружат проблему, воспользуются интеллектуальным классификатором «Активный гражданин». Система «Активный гражданин» как раз сориентирована на то, чтобы сделать прозрачным общение между органами государственной власти и обычными горожанами. И, безусловно, здесь основная задача – это то, чтобы люди могли просто и легко обратиться с какими-то просьбами, с какими-то предложениями к власти. Сейчас севастопольские ученые разрабатывают особое умное программное обеспечение. Оно позволит пользоваться интернет-системой «Активный гражданин» даже человеку с самыми поверхностными знаниями компьютера. Интеллектуальный помощник автоматически распознает эмоции через текст просьбы или требования. Это позволит быстро и удобно контактировать с городскими службами, департаментами и надзорными органами, сообщать властям о проблемах и требовать их решения. Иными словами, пожаловаться на управляющую компанию, бездействие чиновников или нарушение прав можно будет, нажав пару кнопок на компьютере. Интеллектуальный классификатор поможет в автоматическом режиме понять, какую проблему человек формулирует, для того, чтобы ему не нужно было разбираться в каких-то деталях, тонкостях. То есть система в автоматическом режиме определит, куда его вопрос послать, какому именно чиновнику. Интеллектуальный классификатор проблем – это не платформа для жалоб, а скорее площадка для диалога между городскими службами и активными гражданами. Создание такой платформы выгодно и власти. Это возможность повысить доверие горожан. В конце прошлого года Министерством строительства был принят стандарт умного города. И в этом стандарте прописано порядка 70 мероприятий, которые должны быть реализованы в регионе, которые входят, ну или как описывают собой проект «Умный город». Сети многофункциональных центров, городской портал госуслуг, система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения и учета парковочных мест, оснащение троллейбусов и внедрение единой городской карты Севастополя – все это позволяет городу умнеть.
Севастополь нуждается в новых решениях старых инфраструктурных проблем. Умный город – это электронные помощники, технологии, устройства, которые сделают пребывание в городе более комфортным, образование, медицина, управление дорожными потоками, бытовыми расходами и взаимодействие с властью. Умные решения для этих сфер нарисуют новый портрет городской жизни. Екатерина Коломеец, Денис Александрович, Севинформбюро. Одна на всех. В Любимовке мусорная площадка с несколькими контейнерами на улице Федоровской переполнена отходами. Как сообщили местные жители, которые обратились в редакцию телеканала НТС, мусор вывозят, но его так много, что он просто не умещается в контейнерах. Людям приходится жить в бесконечном зловонии и лужах, которые вытекают из баков. Здесь 9 пятиэтажных домов. Плюс к этому 10, там я не считал, их двухэтажных домов. Плюс общежитие, плюс построено на берегу трехэтажные дачи, под гостиницы сдают. Плюс в округе магазины на пятачке. И одна площадка, всего одна площадка. Да, там 2 стоит контейнера под бытовой мусор, но они постоянно полные. И 15 контейнеров зелененьких, маленьких, но на один подъезд, я знаю, должно быть один контейнер. Они не успевают вывозить, это все течет, все мусор, мухи, грязь, все остальное. По словам севастопольцев, определить, как часто приезжает машина, невозможно. Но ясно одно – каждое утро баки переполнены. Помимо мусора от жилых домов, контейнеры регулярно переполняют прохожие. Вот сейчас машина, я видел, час назад приезжала. А развозюкала этот мусор, вот она нагрузила, а его аж развозят вон на 100 метров жиже этого. Сплошные недоделки. Так охарактеризовали ремонт спуска водопьяного жителей северной стороны, которые обратились в редакцию НТС. Граждане поделились фотографиями лестницы, по которой теперь небезопасно спускаться. Там вот эти выступы, выбоины, не хватает плитки. То есть еще, кстати, там отсутствует полностью освещение на этом спуске. Видимо, его хотели сделать, поставили столб, на нем фонаря нет. Ну, оно, в принципе, отсутствовало там и раньше. Мы зимой ходили с фонариками, с карманными по этому спуску. Вот, так что вот так вот ужасно он и выглядит. Работы на лестнице начались в мае этого года. Уже ко дню города ремонт завершили. По словам местных жителей, спуск до сих пор они обходят стороной. Лестница не оборудована для инвалидов и мам с колясками. Для инвалидов и мам с колясками эта лестница вообще не приспособлена. Абсолютно. То есть там ни пандуса нет, ничего. Там, вот даже вот бабушки с палочками, они с трудом ходят. А мамы с колясками, они предпочитают, вот я сама просто видела несколько раз, по спуску, который немного дальше, и там он ступенек без ничего. То есть по логике такой спуск, надо довольно-таки далеко обойти. Вот. А для инвалидов он вообще не предусмотрен. В ближайшие 3 года работа чиновников должна быть улучшена. Правительство России утвердило план соответствующих мероприятий. Предусматривается совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы, стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности профессиональной деятельности, развитие системы государственных гарантий для госслужащих. Масштабная реформа государственной службы начнется в 2020 году. Она предусматривает сокращение численности чиновников. Однако это будет сделано для повышения оплаты их труда. Об этом еще в марте сообщила первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко. Некоторые севастопольские предприниматели, душой прикипевшие к 90-м годам, продолжают торговать водкой и другими горячительными напитками в уличных ларьках. Городское правительство регулярно устраивает рейды по выявлению таких точек. 30 июля проверка пришла в магазин, расположенный прямо во дворе дома по проспекту генерала Острякова, 216. Магазин «Виктория» в черном списке у правительства Севастополя еще с октября прошлого года. Здесь меняются предприниматели, владельцы, ассортимент алкоголя. Одно остается неизменным – незаконность продажи. Всего в этой торговой точке специалисты обнаружили около 100 бутылок с алкоголем. Комиссия разбирается, имеются ли у продавцов хоть какие-то документы на спиртное. При их отсутствии индивидуального предпринимателя ждет судебное разбирательство. А сейчас ему грозит административное наказание за торговлю алкоголем в НТО. Здесь, оказалось, работает уже другой предприниматель, индивидуальный, но, соответственно, нарушение точь-в-точь повторяется. Напомню, что согласно 171-му федеральному закону, розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво, в нестационарных торговых объектах запрещена.
Весь алкоголь описывают. Важны наименование, производитель и дата разлива. Мы составляем протокол осмотра алкогольной продукции. В дальнейшем на эту алкогольную продукцию будет наложен протокол ареста. Работу магазин продолжит, однако теперь без нелегальной продукции. 12 пород собак, признанные в России потенциально опасными. Соответствующее постановление правительство подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. 30 июля документ опубликовали на сайте Кабинета министров. В списке опасных пород оказались акбаш, американский бандог, бульдог, бразильский бульдог, булликута, бульдог алапахакский чистокровный, бандог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гульдог, питбуль-мастиф, северокавказская собака, а также помеси этих пород. У таких собак генетически ярко выражена агрессия, а сила, которой обладают животные, небезопасна для людей. Часто перечисленные виды используют для травли. Особое внимание привлекают аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку. Их поведение не изучено до конца. Гулять без намордника и поводка с такими собаками хозяева могут только по своим огороженным участкам. Напомним, 11 июля ряд профильных министерств России предложил расширить перечень потенциально опасных собак с 13 до 35. Список в 69 пород в марте предложила МВД, однако позже все же сократила его до 12 и отдельного пункта для метисов. А вот собака Джесси, задержанная вместе с украинскими моряками на украинском буксире Яна Капу, вернулась на родину, пишет РИА Новости. Во время провокации военно-морских сил Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года животное находилось на борту судна правонарушителя. Овчарка вернулась на родину здоровой и откормленной. На момент захвата кораблей и ареста моряков Джесси была трехмесячным щенком. Ее обнаружили спустя некоторое время сотрудники пограничной службы и оставили у себя. В Керчи она провела 8 месяцев. На сегодня приехала в Херсонскую область. Сообщила о судьбе собаки на своей странице в Facebook адвокат Александра Ефименко. По ее информации, собака чувствует себя хорошо, ей сделали все необходимые прививки. Доставить собаку в Херсон стоило женщине, цитата, «одного укуса и нескольких царапин». В этом году свое пятилетие празднует Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя. 30 июля спасатели отметили юбилей службы выставкой рабочего оборудования и торжественным собранием в Севастопольском центре культуры и искусств. Лучшие сотрудники центра получили почетные грамоты от законодательного собрания и правительства Севастополя. Всего за 5 лет работы спасатели произвели более 6000 боевых выездов и спасли около 800 человек, из которых 44 дети. За этот срок очень много сделано. Как видите, здесь вот эта выставка не просто так, а показать людям, горожанам, что ну, там деньги налогоплательщиков потрачены не зря. То есть закуплено очень хорошее оборудование, очень качественное, сертифицированное оборудование для помощи людям, ну, пострадавшим в разных частях. То есть в горе, в горах, на воде, то есть на суше, то есть в разных местах. То есть мы можем оказать помощь везде. Подразделение было основано в 2014 году, когда постановление правительства города объединило бывшие коммунальные аварийно-спасательные службы на водных объектах и в горной местности, службу местной пожарной охраны и курсы гражданской обороны. Сейчас в штате центра состоит 206 сотрудников. Как сообщил директор Центра гражданской защиты Анатолий Попов, в летний период вызовов существенно больше за счет отдыхающих. Сейчас чаще всего спасателям приходится выезжать к людям, попавшим в экстренную ситуацию в горах. А вот пожаров в этом году существенно меньше, чем в 2018. Мы тушим пожары в сельской местности, в сельской зоне нашей. И спасатели основное, альпинисты и по водолазным нашим подразделениям, которые находятся в Учкуевке, в Парке Победы, спасатели, которые смотрят за водой. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 14 детей, 7 мальчиков и 7 девочек. На сегодня это все. В выпуске Севинформбюро смотрите вечером в 19 часов 21.30, 23.00, ночью в 2 и 3.30, утром в 6, 8 и 10 часов, днем в 12.05, 15 и 17.30. Связаться с редакцией вы можете по телефону городской 59-00-62 и мобильный +7 978 931 31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdefis.tv.com. Ждите новостей. До встречи!